Под конец уходящего и такого непростого в экономическом плане года собрать представителей 20 основных экономик мира и обсудить мировой экономический кризис было бы самым логичным. Но теракт в Париже, похоже, пытаются использовать, чтобы отвлечь мировое внимание от этих задач. Мы наблюдаем сегодня лишь крохотное сообщение об итогах обсуждения экономического блока вопросов саммита G20. Обсуждаются вопросы влияния низких цен на нефть на развитие экономик стран, обсуждается, станет ли юань резервной валютой, а также реформа МВФ. Каково значение этих вопросов в рамках саммита, а также роль России в возможном решении мирового экономического кризиса, мы обсудили с постоянным экспертом накануне ТВ, экономистом Юрием Болдыревым. Для меня очень странно слышать, что на саммите G20 собираются обсуждать энергетическую проблему. А в чем проблема? Я понимаю, когда нефть выросла до 150 долларов за баррель. Энергоресурсов не хватает, энергоресурсы дороги и так далее. А когда энергоресурсы снизились в цене, в чем вообще энергетическая проблема? А проблемы поставщиков энергии не должны называться энергетическими проблемами. Поставщикам энергии, включая Россию, надо брать курс на развитие собственного собственного производства и максимально переориентацию своих сырьевых ресурсов на собственную переработку и собственное развитие. И нет никакой энергетической проблемы. Реформа МВФ также интересует страны на саммите G20. Китай ожидает решения о принятии юаня в корзину резервных валют на голосование в МВФ, но фонд все откладывает голосование. Здесь ситуация противоречивая. С учетом того, что китайская экономика – это экономика высокотехнологичная, экспортная, Китаю для усиления своих позиций на мировых рынках выгодно занижать курс юаня. С точки зрения престижа, конечно, выгоднее зафиксировать свою валюту как резервную. И второе, в конечном счете, судьба юаня никоим образом не зависит от голосования в МВФ. Если Китай нарастит еще немножко мышц, а МВФ будет упорствовать, да бог с ним с МВФ, обойдемся и без МВФ. То есть Китай уже такая сила, которая в конечном счете может игнорировать МВФ. И вместе с союзниками по этому вопросу вообще создавать альтернативу МВФ. Дело к тому близится. Страны БРИКС с созданием Банка развития, похоже, добились влияния на МВФ, и последний согласился рассмотреть изменения, что уже немало. Лишь роль России как влиятельного игрока в вопросе решения мирового экономического кризиса эксперт оценивает пессимистично. Я не верю в фундаментальную созидательную роль на внешнем экономическом рынке государства, которое внутри своей страны проводит из рук вон плохую, деградационную экономическую и социальную политику. Но не верю в такие чудеса. Распиарить те или иные заявления и инициативы можно как угодно. Начнем проводить у себя созидательную политику. Можно верить в то, что и вовне сможем привнести что-то созидательное. Но не наоборот. До сих пор сплошные разговоры про импортозамещение и так далее. По существу все ждут, когда вырастет цена на нефть. Все. В таких условиях предполагать, что мы можем сыграть созидательную роль на внешних рынках, абсолютно бесперспективно и абсурдно. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».